Так, народ, здравствуйте. В общем, я вот в приемном Министерстве иностранных дел. Так, значит, обращение. Так, значит, обращение. Вот, смотрите, обращение. Значит, министру Лаврову от почта, электронный адрес, ходатайство. Значит, в ходатайстве прописано: требую привлечь к уголовной ответственности ректора МИД Академии и его заместителя Данильяна, так они нарушают мои конституционные права и закон об обращениях, лишают меня к доступу информации и не сообщают списки квот, а также не работают на мою благость и радость получить образование в Академии МИД. Так, сейчас дальше. Значит, прошу. Вот. Вот, народ, смотрите, я свои права отстаиваю. Значит, прошу. Прошу. Привлечь к ответственности ректора Академии МИД РФ. Все, народ, вот министру иностранных дел Лаврову Сергею. Все. Отправляем. Документ. Я отстаиваю свои права человека.